Гражданами города Чебоксары рождаются, а почетными становятся. Сегодня в столичной администрации чествовали нового почетного гражданина и вручали медали за заслуги перед столицей. Медали чаще всего получают спортсмены, но это совсем другое дело. Ее вешают на груз артистам, политикам, учителям, писателям, врачам. Этих людей разных профессий объединяет одно – заслуги перед городом Чебоксары. Я вас всех присутствующих здесь поздравляю, приветствую от имени депутатов начала 90-х годов прошлого века. Многие здесь сидящие сравнительно молодые, а некоторые, может быть, еще только в школе учились. Нас было 149 депутатов, принимали исторические решения. Мы жители города, и все мы любим город. Что вы, как специалист, пожелаете чебоксарам и чебоксаркам? Я как врач, только здоровье. Когда человек здоров, он счастлив и готов на любые свершения. Медалистов в этом году шестеро. А вот перечень почетных граждан города пополнил один человек. Заслуженный работник промышленности, который большую часть жизни посвятил тракторостроению, Иван Иванович Долгушин.